Привет, девочки и мальчики! Как обычно, полезная информация еще до конца не вылечилась, но вот у меня появился повод. Наверняка женщины за 40, которые ВКонтакте частенько зависают. Я не имею в виду среднестатистических женщин, у которых там друзей 150 человек. Я имею в виду женщин, уже чего-то добившихся, у которых там в тысячах уже народ в друзьях. Как правило, такие аккаунты, которые я вам показываю, интересуют в первую... Как правило, такие аккаунты, вот типа которого я вам сейчас показываю, интересуют в первую очередь успешные женщины. Почему? По кочану. Казалось бы, да, я сейчас какую-то бредятину несу. Значит, тема называется «Нигерийский развод». Дяденька представляется военным из секретных войск США в основном. Вот, иногда может встречаться Англия. Значит, люблю шубу куплю, все дела. На самом деле, кто на меня подписан ВКонтакте, вы можете пройти и увидеть. У меня вот таких как бы дяденек уже целый альбомчик скопился. Темка одинакова. За хеллоу разводные деньги. Они, как правило, пишут либо на ломаном русском, либо на еще каком-то. Значит, оптимальный вариант — это сразу же блокировать и писать. Вот в основном 3-4 женщины. Но если пройти по аккаунтам этих 3-4 женщин, вот здравствуйте, дорогие мои женщины. Трам-пам-пам, я хочу знать о вас больше, мне 45 лет, хорошие отношения с такой женщиной, как ты, хочу иметь. Ну, в общем, схемка одинаковая. Ну, вот это вот как бы вообще, в принципе, представляются военными, но это вот тут инглиш. Вот, профессиональная психология. Тут вот, не знаю, может быть, случайно этот дядя попал сюда. Вот в основном, как бы вот... американский военный с ребенком на руках тема. Ну, тут Лондон, United Kingdom. Здесь еще один военный с ребенком на руках. Как правило, идет такая темка. У меня жена, все проиграла. Не женаты они, как правило. Вот. Вот они как бы вот такие вот. То есть такой среднестатистический дядя. В принципе, для тех, кто верит в чудо. Ну, вот это вообще гей. Он вот идет под одним именем, какой-то Эмири, да, Дубай. А потом мы идем, вот как бы мы его еще раз встречаем. Вот я переписываюсь с ним. Джакобы, Яковы, кого только нет. Вот примерно уровень девочек. 1400, 2800, 1000, 2200, там, ну и так вот как бы такие девочки их интересуют. И вот этот же дубайский товарищ, который выглядит совершенно как гей. В этом нет ничего, кстати, плохого. Ну, у них такая специфическая внешность. Они отличаются от мужчин таких вот обычных, так скажем. Ну вот, собственно, вот еще один Жуан. Тут у нас, я даже... А, здесь другое имя. Вот еще он под именем Жуан. Вот дядя очень популярный, но только проблема... Ребят, в том, что вот как бы по фото видно, что дяденька гей, ну тут вот еще из Нью-Йорка. Но вы знаете, такое ощущение. И вот сегодняшняя фишечка. Надеюсь, была полезная информация. Всего хорошего, до новых встреч. Пошлите ссылку подругам, особенно которые зависают ВКонтакте, особенно у которых больше 1000 друзей. Вот. Ну, а ВКонтакте уже пора вообще начать подчищать свои закрома родины. Хватит быть уже самой большой российской сетью, в которой 2/3 как бы вот таких вот пряников тусуются. Вот. Всего хорошего. Пока.